первых на бесплатном. Кольчик. В крупе есть нервные окончания, в которые можно попасть шприцом? Угу. Ну, сам нерв ты поди попади, да? Ну, потому что он же такой, как... Если попадешь, он у тебя сдвинется. Но рядышком с ним... Зато вскрываешь очередь. Это случай. То есть мы знаем точки, куда надо колоть. Но иногда попадаешь, то есть... У меня была лошадь однажды, я ей удалял зуб. В Беларуси было дело. Ну, естественно, ну, вы же помните на удаление, да? На стытом голове просто вниз. Ну, да. Я все, закончил, все, поставил пломбу. Причем я там трепанацию тоже сверху делал, там сверлежка. То есть глубокая седация, короче, была. Ну, как глубокая, чтобы она стояла. Вот. Вколол антибиотик тоже вот в заднюю группу мышц. А лошадь стояла в станке, там станок сообразит, то есть там прям вот, ну, как самую грудь. И она с места, знаете, как этот сам, как зайчик, прям с этого станка выпрыгивает. И таким галопом бежала. Я такой думаю, господи, все. Ну, я сейчас, я же понимаю, там сломанная передняя нога, зам, нет. Там. Ну, да. Она из наркоза вышла в ту же секунду, по-моему. Но лошадь мы поймали часа в 4, по-моему, только. Бедно. Вот. То есть мы поняли, что с ней вообще... Она где-то была в деревне какой-то. Все рядышком эти... Помню, было лето, у всех капуста была, морковка. Штук 6 огородов, наверное, короче, испоганило. Ну, все носилось просто безостановочно. Капец. Два там на каких-то там местных деревенских таких, ну там тоже колышки эти поотрывали. Все это вот так вот бегает. И я такой стою со шприцом. Я понимаю, что это после моего укола. Ну просто попал где-то рядом. Капец. И мне такие говорят, что вы скажете? Я говорю, сорян, что я еще могу сказать? Ну пошли ловить. Поймали. Качество где-то ушло у нас на это. А если большое количество ввести, например, в разные точки, вот видела я случай, когда ввели в круп, с перепугу колола девушка, много ввела в одно место, и у лошади прям мышца выгнила. Может быть такой вариант, что... Скорее всего, это произошло, потому что даже не столько... Ну, большой объем – это 60 миллилитров. Ну, не знаю. И его надо колоть в три точки. От двадцатки, скорее всего, просто препарат... попал между одним слоем мышцы другим, вот там между ними фасция, и он растекся по фасции, а там он не всосался. Скорее всего, так это произошло. И здесь образовался обычный абсцесс классический. Все это нагнило, естественно, пришлось. Вырезали всю мышцу, прям выняли всю. У лошади дыра такая была потом в этом. Какое тоже бывает. Крайне редко страх любого ветеринара бывает такая история.